на концерте представитель группы «Мигранты» Андрей с сыном. Ты будешь сидя, да? Расскажи, ты вот из Восточной Украины. Да, с Восточной Украины приехали, вот, ну, в 2014-м моя первая супруга, она погибла от обстрела градом, и поэтому с тремя детками выехали в Житомирскую, вывезли нас в Житомирскую область, там жили, познакомился с Анюткой, сейчас у нас еще двое совместных детей, пять деток в семье, вот, совместный проект с сыном и с другом моим, группа «Мигрант», еще у нас друзья есть в Черкасской области и в Запорожской, мы объединяемся, ездим по Украине, вот, и играем вместе. Это Бог, Божья любовь, Божья милость, которая дает силы прощать и говорить «люблю» тем, кто это делает. Да, это тяжело, это сложно, это постоянно какой-то, да, но слава Богу, Бог дает силы. Много друзей молилось о нашей семье, и поэтому Бог дальше продолжает миловать нас. И Он благословляет, не только продолжает миловать, и благословляет. Ни военных, как бы, ничего не было из военной техники. Под Горловкой, Пантельмоновка. Вот. И как раз война уже так вокруг. У нас не было так названных ополченцев там никого. Вот. А потом жена пошла с маленькой дочкой. Мы ждали четвертого ребенка, 7 месяцев беременности. И жена пошла с маленькой дочкой купить продуктов на рынок. И буквально через 10 минут, рынок от нас в 50 метрах, раздался обстрел градом. Я Мишу с Тимой спрятал подальше от окон в доме. Побежал за женой, там рынок горел. Мою дочку несли окровавленную, она накрыла нашу дочку с собой, пожертвовала своей жизнью ради нашей дочки. Дочка наша жива, дочку подарил нам Бог на юбилей нашей свадьбы. Так что слава Богу. Песня, да, про семью. О нашем быте, да, что когда мы молодые, что женятся, да, они думают, принц на белом коне там и принцесса, да. А быт приходит, и бывают разные истории, разбросанные игрушки. Шалаш. Да, шалаш. Кажется, шалаш. Поехали. Деревянный пол, полусломанный диван, плиты вместо потолка, в доме будто ураган. От разбросанных игрушек озорливой детворы, гора неубранной посуды, в этом всем есть я и ты. О, это чудо под названием семья, это чудо, и в нем есть место для тебя. О, это чудо, нам Богом жизнь с тобой дана. О, это чудо, и в нем есть вы, мы, ты, я. Мы с тобой одна планета под названием семья, где порой бывают штормы, штили, холод и жара. В этой жизни жить непросто, одна сплошная суета. Все измеряется по ГОСТу, в этом всем есть ты и я. О, это чудо под названием семья. О, это чудо, и в нем есть место для тебя. О, это чудо, нам Богом жизнь с тобой дана. О, это чудо, и в нем есть вы, мы, ты, я. Всем до нас одна лишь жизнь, сумеет ее прожить не для себя своего я, а для того, чтобы любить тех, кто с тобой, и всех, кто есть с тобой, и всех вокруг тебя. Бог есть любовь, одна любовь, и в этом всем есть ты и я. О, это чудо под названием семья. Чудо, чу-чудо, чудо, чу-чудо, чудо, чу-чудо, чудо, чу-чудо. Это чудо, и в нем есть вы, мы, ты и я. Это чудо, чу-чудо, 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 чудо, чу-чудо. Это чудо. Богом жизнь.
Бога называют как угодно, Савов, Иегова, вот, Иисус, Аминия. Ты говоришь папа. Это для многих звучит это дико. Как папа? Что за фамильярность? Ну, потому что если мы куплены его кровью и написано, что мы его дети, то для нас он небесный отец. И я вижу каждое мне заботу нашего отца о моей семье, обо мне, о моих детях. Вот. Ну и в жизни многих людей я это вижу, просто люди не хотят это замечать, потому что даже вот то, что нас окружает, это тоже его любовь к нам, красота такая, ну это здорово. И комары. И комары, которые тоже нужны, выпить ненужную кровь, да. Спасибо, папа, тебе, да. Поехали. Теплый воздух на полную грудь и скажу спасибо, папа, за этот день. Спасибо за все, что я вижу вокруг, за мою семью и что есть рядом друг, друзья. Спасибо, папа, папа, тебе. Спасибо, отец, за моих детей. Без них жизнь бы была не так веселей. Спасибо, папа, папа, тебе спасибо. Спасибо тебе, Господь мой. Спасибо за то, что живу, за то, что ты рядом со мной. Спасибо. Спасибо тебе, Господь мой. Спасибо за то, что пою. То, что со мной. Спасибо, папочка мой. Когда я смотрю на пролетающих птиц, когда слышу шелест ветра и детский смех, в этом всем замечаю, папа, твою милость ко мне, отец. Вокруг расцветают твои цветы, их аромат каждый день даришь ты. И я скажу тебе спасибо, папа, за этот день. В каждом мне я вижу твою любовь, за крест на Голгофе, за пролитую кровь и твое воскресенье. Спасибо, папа, папа, тебе спасибо. Спасибо тебе, Господь мой. Спасибо за то, что живу, за то, что ты рядом со мной. Спасибо. Спасибо тебе, отец мой. Спасибо за то, что пою, что ты рядом со мной. Спасибо, папочка мой. Спасибо, папочка мой. Вся слава ему. Да, группа «Эмигрант». Эми с двумя большими буквами «М». Эми ласковая Эммануил, грант, в переводе, я смотрел, это субсидия, когда кто-то заплатил за тебя. Ну, по сути дела, Господь заплатил за нас. Мы разбросаны по всей области, но ездим по Украине, встречаемся. Можно найти нас на Ютубе, Андрей Глюс, это мое имя, фамилия. Там мы выкладываем на Ютубе наши песни о поездках, информацию. И в Фейсбуке есть, набрать «Эмигрант» с двумя буквами «М», то... Также можно найти там о наших поездках и о участии будет тоже выкладываться, новые песни будут выкладываться. Так что приходите, будем рады всем. Божье благословение, с любовью.